Ну что ж, друзья мои, добро пожаловать в Survive the Night. Меня зовут Брейн, мы продолжаем наше выживание. Это у нас уже, по сути, вторая серия, а в игре уже, по-моему, день четвертый или третий. Тачку мы починили, самое время отправляться куда-нибудь в путешествие. Хорош! Прекрасное начало. Они побежали за мной, но нам, как говорится, наплевать на этих зомби, правильно? Итак, раз у нас есть... На чем передвигаться? Тачка рабочая, тачка хорошая. Теперь надо разобраться, куда нам двигаться. Чего я еду назад? Тихо стоять. Стоять бояться. Ганстор, почему бы и нет, да? Поехали. 740 метров. Может быть, в магазине оружия что-то есть интересное. Пошла нахер. Можно сигналить как-то. Левел 5, кстати. Хорошо. Игра, в принципе, неплохая. Мне пока заходит. Надеюсь... О, животные, ебать! Я в той серии не видел никого. Да, ну погоди, погоди-ка. Погоди-ка. Или у меня галюники, либо там был олененок. Да, вон, не смотри. Не знаю, видно тебе или нет, но, короче, там вроде бы на поле. Животина, смотри. Ни хрена себе. Нормально. Там какой-то дом... И там какой-то дом, то есть какая-то усадьба. Но мне пока это не надо. Давай поставим сегодня цель заехать в какой-то крупный город и посмотрим, что есть там интересного. Поехали. Что у нас слева? Нет, попутно, конечно, можно что-то собрать, но мне надо понять, как сделать, например, сундук наш побольше, потому что таскать некуда уже, места нет. Машина! Алло! Что это было, блядь, за баг? Какие-то баги, какие-то непонятные глюки творятся. Ты мне тут не ломайся. Я быстро пробегу, посмотрю, что у нас тут такое, что это. Короткий масляный фильтр, давай возьмем, пусть будет. Обыскать. No can... Как это no canteen? Ты че, блин? У меня же были фляжки. Фляга воды. Увлажнение 300... А, надо выпить, кстати. Можно выпить. Вполне вероятно, что в этой бочке нормальная вода есть, да? А, dirty water, надо все равно ее прочищать, я понял. Я тебя понял. Машину, скажет, наверное, Олег, надо было бы заглушить, да? Потому что бензин, он как бы не бесконечный здесь. Что здесь такое? Кловс, колесо, кстати, есть, его можно залутать. А вот здесь можно сделать воду. Давай сделаем. Давай сделаем водичку. Так, разместить. Еще. Пожалуйста. Так, что тут полезно? Генератор, короткий масляный фильтр. Ну, типа было когда-то СТОшка, наверное, мы заехали с тобой. Все в порядке. Так, вода чистая. Забираем. Забираем. Поехали, пока бензин еще есть. Погнали! Оружие нас ждет, город нас ждет. Потому что, судя по карте, здесь как бы, смотри, какая увилистая дорога, да, в Сейдж Крик ведет. Плюс там еще есть... Ремонтный стол, где можно улучшать неплохо так свои предметы. Как на виражах, а? О, палаточка, погоди-ка. В таких палатках я могу заглушить, да, движок? А, да, вот, стоп. Блядь, не очень удобно, может как-то быстрыми кнопками это можно делать. Зайди в меню, блядь, нажми. Не всегда нормально. Так, обыскать. Блядь, залезь ты в палатку, да возьми там еду какую-нибудь. Нахрен тебе эти кловсы? Тут не поднимается. Хотя там что-то есть. А, это мы там были уже. Вот оно что. Это просто мусор. А я уже губу раскатал, думал, что это что-то интересное. Что за шум? Все нормально? Слава богу. Так, погнали отсюда. Все, едем. По полям, по полям. Сейчас мы с тобой посмотрим. Тут, кстати, зомби-то не особо, но вон уже на подъезде в городишко что-то явно вырисовывается. Какой-то домик. С дороги, нахуй! С дороги, блядь! Так, давай их быстро всех раскатаем. Что-то их тут до херовой тучи. О-о-о, да, возле оружейного магазина нормально так. Пиздюков-то скопилось. Эй, твари! Я здесь! Сейчас мы их заортачим сюда всех. Ублюдки! Батя приехал! Все бегут, блядь. Сейчас они... Я хочу как сделать? Они скопятся?
Осторожно, блядь, осторожно. Готово. Еще парочка. Отлетают, блядь, как говна кусок. Все. Да не заводи ты ее, дурында, блядь. Все. Вот. Нормально. Сейчас залутаем. Смотри, тут, в принципе, неплохое место. Campfire. Написано, что campfire там. Здорово. Че по здоровью? Нормально, живы, здоровы. Увлажнение 92%. Надо выпить. Вот теперь нормально, да? Вот теперь живем. Мы не в какой-то пустыне с тобой, так что тут нормально. Нихуя он не втащил. Нормально так прописал, ебло. Даже я прихуел от этого. Кингстон Хантинг. Пошли посмотрим, что в Кингстон Хантинге. Ой-ой-ой. Сейчас, пока она дешкандыбает. Пельмени, ёпта! Ай-яй-яй-яй-яй. Почему бы и нет? Знаешь, в условиях апокалипсиса даже сырыми пельмешки заточить можно. Организм сам сделает их горячими внутри, все будет заебись. Опа, опа, опа. Слышим? Да, слышно, что они внутри там. Блин, надо было заехать сюда. Мы что с тобой, не цивильные, что ли? Давай заедем, там стоянка, парковка нормально, полноценная. Что-то они там, блядь, крошат, ломают. Хуя, ты что так резво? Ты что, на тот свет собрался, что ли? Алло. Что за резвости? Мадмуазель, блядь. Нормас. Так, смотри, что мы делаем. Что ты назад сел? Он уже каким-то макаром сам заводится. Так, давай красиво. А тут нет переключения? Сирена С. Не надо. Сейчас я попробую туда заехать. Уж цивильные люди с тобой, правильно? Вот, стоянка, так, давай, хорошо. Все. Красота? Красота, я же говорю. Сейчас посмотрим, что тут есть. Мне кажется, надо использовать налобный фонарь, потому что ни черта не вижу. Так, налобный фонарь включить. Барбершоп на заправке, серьезно? Ни черта себе. Че там за агр? Что там за агрота? Ебать, тарахтить. Привет. Иди нахуй. Че-то какой-то он борзый парень. Так, о, блядь. Хуя ты резкий. Спокойно. Кто-то топает. Кто? Я слышу, кто-то подкрадывается незаметно, а? Получил? Получил по щам, ублюдок. Ну тут типа бухали как бы, да? Подожди, это разве оружейка? Что-то не похоже на оружейку. Что-то не очень смахивает на оружие. Ну, там, где продают пушки. Уже скоро. Galaxy Racer. Эти штуки пока недоступны, видишь? В новых обновах. Так, что тут есть? 0 из 7. А тут что-то лежит. Пирожная коробочка, а? А мы, кстати, давно не жрали эти, скажу так. Мы давно с тобой ничего не ели. Но калории как-то 300 нормально. 500 калорий — это ни о чем. Ну, то есть, по сути, должно быть 2000. То есть, как бы для нормального взрослого чувака 2000 — это норма. Есть. О! Да и заточил. Бля, пистолет. Пистолет 9 мм. У меня уже есть пистолет 9 мм, как бы нормальный. Хантинг. Хантинг will provide more nutrition. Ну, понятное дело. Глушитель надо найти, расширенный клип. Нет у меня ничего такого. Не, нету. А можно было бы, кстати. Его можно почистить. Его можно почистить. Также, например, у меня есть точильный камень использовать. Я почистил мачетку. Теперь 100%. Блин, я не знаю, надо брать пистолет. Давай возьмем, пусть будет. А, чего? Раузер Рик. Понял. Водичка. No water found. Это, видимо, открывает ролеты. Но пока ролеты открываем. Крекеры забираем. Пирожные забираем. Все-таки какая-никакая еда есть, уже хорошо. Так, тут пусто. Батарейки для фонарика пусть тоже будут. Пирожные забираем.
Так, волына пусть будет. Ну, у нас есть пистолет, я с него даже ни разу не стрелял, кстати. Давайте в этой серии, может, попробуем? Но мне придется где-то переждать. Я вот думаю, где мне это сделать? Потому что солнце как бы заходит, а лагерек здесь рядом. А кемп этот где-то тут, вот сюда. Блин, я там машину оставил. Не очень хорошо. Фух, посмотрим. Может быть, реально до темноты мы здесь как бы и перетусим с тобой. Потому что ехать куда-то, искать какой-то дом, это такой геморрой сейчас на самом деле. Чего здесь такого? Тут, наверное, хавчик есть. Хотя с хавчиком у нас проблем уже нет, как бы мы нашли. Удерживайте. О, да. Вот это хорошая штука. Но такая палатка от орды зомби тебя никогда не спасет. Привет, собачий корм. Привет, патроны. Доски, патроны, все как надо. Слушай, а я готовить могу что-то, да, здесь? Добыча дров, выключить. Я же, в принципе, могу что-то приготовить. Бейсбольная бита, крекеры, собачий корм. Но у меня с едой нормально все. Смотри, ты... А, хотя... Во. Во, пошла жара. Блять, надо бежать отсюда. Надо сваливать по-хорошему. Долго она готовится? Без понятия. Сука, ночь в этой игре напрягающая. Да, зомби такие себе, конечно. Опа, судя по взрыву. Хорошо, чего бы нет. Так, обед выживальщика приготовленный. Кукит. Собачий корм, давай заточим. Заточил? Хорош, красава, вот. Заебца, 5-й левел. Все, погнали отсюда. Погнали, вот тут вода даже есть. Ну, ребята на болото приехали. Что это? Это юка? У меня места в инвентаре нет вообще. Надо сделать какую-то ревизию, потому что складывать уже просто некуда. Слышу жабок. Надо текать отсюда. А что это там? Там костер что-то горит, смотри. А что там может гореть, скажи мне, пожалуйста, на милость. Нет, я могу, конечно, быть в машине. Так, проверяем пушку. Бля, я в свою машину попал. Ёбаный сыр. Неудачно. Неудачно. Флешлайт батареи 50%. Ты еще как бы держишься, родная? Да вроде как бы да. Так, попробуем. А фары у нее вообще работают, кстати? Я даже не проверял ни разу. Давай, давай, давай. Хорош. Что я сделал? А, lights на V. Вот, свет есть, отлично. Я хочу посмотреть, что там за костер, что там горит. Так, написали, что орда будет с юга. Что горело здесь? Ух, сука, твою мать. Так, ладно. Бросим пока точку здесь. Спокойно! Чего не стреляет-то, урод, блядь? Дурак, что ли, нахуй? Что происходит? Где моя мачете? Вот моя мачете. Где мой фонарик? Налобный фонарь, блядь. Рубай. Вот. Так, давай в дом зайдем, наверное. Или в гараж, или в дом. Тачку не трогай! Твою мать. Плохо дело. Сука, со всех сторон. Со всех сторон. Я здесь буду. Я, пожалуй, тут посижу, ладно? Сукины дети, блядь. Они узнают, что я здесь. Ну, кроме того, что у меня фонарик горит. Моя машина. Может быть, они отвлекутся на нее? Твою мать. Вон, пошел, вон!
Его нахуй отсюда! Что-то херово. Закрывай дверь, идиот! У меня бинты еще есть же, да? Ай-яй-яй! Ох, я немножко похилил вроде. Что-то мачете какая-то хуеватая, реально. Скрывай. Возьмем, пожалуй, биту с гвоздями, да? Так, бинты. Фух. Еще давай. Пока пистолет мы с тобой как бы типа экономим. Не знаю, хорошая эта идея или нет. Ну так себе. Чувствую, сейчас придут. Ебать! Они что, тачку мою взорвали? А как? Зачем? Зачем они это сделали, сука? Зачем? Она же без сирены была. Малышка, ты тут? Блять, по-моему, они ебанули ее. Либо что-то другое взорвалось. Прикольная кровать. Патроны — это хорошо. Баллон с пропаном. Либо один из баллонов ёбнулся. Но мне кажется, что взорвалась машина. Сейчас мы пойдем проверим. Тот смеется, блядь, ходит. Как можно в этом нормально выживать, когда какой-то смех непонятный? Фасоль, блядь, лежит без присмотра. Ноль. Вот тут что-то есть. А мне уже некуда брать. У меня уже и так, смотри, перебор просто. Металлолома до хера. Томатный суп. Но здесь хотя бы есть еда, и это прикольно. То есть с едой как бы проблем вроде бы особо нет. Это что такое? Армированный стержень. Это явно для крафта надо. Компьютер. Патроны для пикаля. Прикольно, у меня дрель с собой была. Нормально. Мачете. Мачете какая-то непонятная, какая-то слабая. Бля, я пока с пистолетом, пожалуй, похожу. Что-то я раздухарился. Так, вот это можно зажечь, кстати. Чё, патрики? Ну, пошли посмотрим, что там с машиной. Судя по всему, хорошего мало. Они ебанули ее, да? Они взорвали ее к черту. Недурно. Мне кажется, такую дверь они бы не открыли, а вот ту, которая сбоку, да, вообще без проблем. Да, тачка взорвалась. Прости, малышка, тебя хватило ровно минут на 15. Фу, блин, оттуда, наверное, пока линять нет смысла. У меня вроде был спальник. Я могу попробовать спальню бросить прямо здесь. Спальный мешок. Можно? Можно. Чего ж нельзя-то? Хоумсет. Так, теперь это наш дом возле реки Хоторн. Что мы можем сделать? Давай посмотрим, что-то приготовить надо. Ну, как бы с едой у нас все в порядке, все нормально. Я вот думаю сортировать по категориям по весу. Самый тяжелый, я так понимаю, у нас радиатор, да? Я пока его выберу. Нихера. Нормально так. Я поставил подогреваться радиатор. А чего бы и нет, блядь, гребаный робот. Можно и так сделать. Я помню, что у меня еще батарейка была. То есть можно будет как бы поменять потом. Так, здесь что? Я хотел забрать еду. Еда была где-то тут, по-моему, да, вот тут. Хорошо. No canteen. А погоди-ка, бейсбольная бита, комплект замка. Вот, кстати, можно замком закрыть. Это если другие игроки играют, чтобы они потом не забрали. А воду надо скипятить. С водой сейчас все понятно. А я не могу ее поставить сюда, что ли? Почему? А в чем прикол? Разве сверху она не это самое, не приготовится? А, тут можно. Вот, теперь можно. Все. Тут готовится. Да, подрыхнуть, конечно, не получится. Блин, надо новую тачку искать. Надо что-то делать с новой машиной. Вы были? Мы в эту спальню, по-моему, не заходили. Бинты, хорошо.
какие-то лекарства, но я так понимаю, что Персон, ну, нахер не упал, он не берет их. Так, вода пока не испарилась, нахрен. Собирай, забирай. Что по гидрации? Да, в принципе, как бы все нормально, жить можно. Вода есть, еда есть, поэтому можно смело отправляться дальше. Либо надо переждать эту ночь, либо надо, пока есть время, пока нет зомби, просто заняться... Что это было, блядь? Что это было? Что за херота была? Не знаю, что с чуваком случилось, но что-то было явно ненормальное. Видишь, они уже заколачивали. То есть здесь как бы была дыра, люди, которые здесь жили... Тел мы их не нашли, но они пытались что-то делать. Так, в детской мы были. В детской лежит пропан. Заебца вообще. Хорош. Тут тоже ничего. Закрываем. Второго этажа, как я понимаю, здесь нет. То есть забраться не получится. Это одноэтажный такой таунхаус. Фух, блин. Отправляться ночь, конечно, такое себе удовольствие. Но там был еще дом. Понимаешь, в чем проблема? Пошли по-быренькому сходим. Походу, меня поджигает. Так, вот туда переберемся. Посмотрим, что здесь. Что это? Сейчас я молоточком пиздану разочек. С молотка нормально улетает. Один удар это примерно 10 хп, как видишь. Так. Фу, хорошая бита. А у нашей битки, по-моему, уже как бы все, да? Насколько я помню, бита. Да, можно по имени как-то? Во, у нее она хуевенькая, видишь? Нельзя ее как-то выбросить? Здесь, конечно, вот этот инвентарь, это такое себе удовольствие. Кто-то топчется, блин. Кто-то, сука, топчется, я слышу прямо отсюда. Здорово, урод. Патрончики для дробовика. Ой, так, я погрелся, сделал себе вот такую вот арматурину, чтобы отбивать зомби. Имбошки их тупые. И тут есть ружье, винчестер. Ни Дин, ни Сэма, просто винчестер. И там, по-моему, даже есть патроны для него. Рамочка почему-то упала. Патроны калибра 308. Хорошо, пусть будет. А можно я его возьму? Да, детка, вот это заебца. Вот это, я понимаю, хороший, да? Денечек. Так, мы убили до хрена, смотри, нормально. Пройдено... Больше всего убито 64 человека. Зомби, нормально, слушай. Так, перезарядочка. И у нас новый малыш, смотри, какой, а? Ля, какой красавчик, я тебе скажу. Фу, хорошо. Ну что ж, сейчас попробуем пешкодральщиком походить, посмотреть, да? Я немножко выбросил вещей, я не стал заморачиваться, их вряд ли кто-то заберет, поэтому пусть лежат. Что это за кинопленка? Нахер она нам здесь нужна и зачем это вообще? Так, что по весу? По весу не все так радужно, но главное, что мы ружье с тобой зарядили, правильно? Еда, вода у нас в норме. В смысле, ноль из тысячи еда. Как так-то, блядь? Как это ноль? А вот теперь придется жрать. Так, кушаем рисок. Рис — это 150 калорий. Что-то маловато, по-моему, нет? Мне казалось, оно как-то побольше раньше давало. Так, я там еще ананасы, крекеры, вот. Коробка крекеров, давай. Так, отлично. Пустая банка. У меня был еще вроде где-то собачий корм, но, по-моему, я его заточил. Томатный суп надо готовить. Ну, давай, перед тем, как отправляться дальше... Томатный супчик можно разместить и приготовить. Говорят, зомбяшки из дробовика хорошо разлетаются. Сейчас посмотрим. Там, кстати, мост. Смотри, какой огромный здоровенский мост. Это получается через реку как раз Мостецкий. Но мне туда не надо. Мне туда не надо. Томатный суп готовится. Там прикольно, банка отстреливает. Смотрится реально прикольно. Бабах, бля, замечательно. Так. Томатный суп. Ну, считай, половину почти мы сделали. Можно отправляться в путь. Фу, так. И куда будет наша дорога с тобой двигать далее? Это что? Карлот. Кстати, там может быть машина. Поэтому вполне... И тут есть еще один кемп рядышком. Так что как-то вот так. Полицейский участок — это ближайший город. Но это уже аж на следующую серию, наверное.
Смотри, какая красота. Мне бы бинокль. Если был бы бинокль, я думаю, мы бы с тобой как-то проще все делали, да? Ай-яй-яй. Так, знаешь, что надо сделать? Надо выключить налобный фонарик, чтобы он зря не расходовал. Ну, посмотрим. Блин, 26%. А оружие, наверное, чистить надо где-то на каком-то станке, либо искать специальный какой-то чистящий комплект. Сейчас посмотрим. Ну что, пацаны, мне надо проверить дробовичок, давай по очереди. На, нахуй, хорош. О, как это мы скосили, в смысле? А как это получилось-то? Красота. Требует жертв. Что это был за звук? Как будто в меня что-то бросили. Ой-ой. Опасный ты, дядя. Чё, блядь? Чё, блядь? Как это вообще возможно? Как это можно объяснить нормальным человеческим языком? Просто. Это альфа-версия. То есть удивляться, наверное, не стоит, да? Блин, 14%. Пошумели, покряхтели. Так, забираем. У меня иногда складывается впечатление, что мы достаем из них уже израсходованные патроны. И заряжаем их обратно. Так, этого пиздюка можно топором жахнуть. Свидание. Фу, хорошо. Ой-ой-ой, мадмуазель. Что-то вы как-то не по-женственному, блядь, кричите, нет? Это звуки непонятные. Слушай, они меня бьют. А я тебе скажу так, они бьют и довольно больно. Ой-ой-ой, хорошо. Как мы с тобой бить? Надо бинты как-то забиндить. О, 91 хп. Слушай, ну я опять... Что я могу? Опять залутаться, смотри. О, вот винчестер уже получше, наверное, будет, да? Блин, надо разрядить как-то мой. Винчестер выбросить, снарядить. Мы проверим, насколько он хорош. Так, что-то можно тут по-быстрому взять, чтобы я долго на это время не тратил? Что это такое? Молоток. Лейка, плоскогубцы. Гудок. Ну, гудок типа, чтобы приманывать. Батарейки, кстати, я забираю. Батарейки пусть будут. Так, немножко света. Патроны 18 калибра. 9 мм для пистолета. Ну, нормально. Я думаю, с лутом здесь вообще проблем как бы нет. Еще молоток. Марлевая повязка, кстати. Почему бы и нет? Вещи просто, блядь, на полу валяются. Просто раскиданы на полу. Нормально? Нормально. Почему бы и нет? Так, с машинами беда. С тачками беда, потому что ничего хорошего нет. А мы до машины еще и не дошли, кстати, с тобой. Ну, пошли посмотрим. 130 метров. Лагерь. А что мне надо в лагере? Зачем мне туда? Мне целесообразнее найти, наверное, транспорт, чем искать еще еду. Еда-то у нас как бы есть. Погода, смотри, меняется, а? Динамическая погода. Почему бы и нет? Куча мусора. И, конечно же, мы заходим в этот хлам... А что так медленно заходит? Я на что-то наступил и поранился, заебись. Надеюсь, гангрены не будет. Тут что? Эта малыха уже не на ходу явно. Неплохо, неплохо. Здесь ремонтировали, видимо, машины, да? Так, погодка что-то говнецо какое-то, да? Свидание. Свидание. Как они отлетают смачно. Слушай, раскаты прям нормально, громы, да? Я даже на секунду подумал, что это в реальности происходит. А это в игре. Так, ловсы. Вот тебе и бинтики. Ой, а патронов-то у нас особо-то и нет. Мне кажется, я здесь машину не найду. Что-то с машинами здесь, конечно, проблема. Генератор, пожалуйста. Нет, если есть, конечно, будет классно. Надо только больше времени потратить на поиски.
погодка. Погодка прям зашибись. Ну, наверное, никогда апокалипсис, да? И никогда куча зомби пытаются тебя убить. Блин, что-то их там дохера, по-моему, нет? Слушай, а машины нету. Что это такое? Еще одна мачете. Ну, мы, как мы поняли, мачете такое себе удовольствие. Нож какой-то валяется. Скрэп-метал. Так, надо думать, вон какая-то машина, по-моему, стоит. Или, а, это стол. Еще лучше. Нужно где-то искать тачку. А мы даже не добежали еще, кстати. Блин, забрать генератор, что ли, отсюда, да? Потому что я хер его потом где найду. Я уже один выбросил. Бегать сможешь? А, радиатор, вот. Что это? Свеча зажигания, пусть будет. Деревцо, пускай тоже будет. Неплохо. Типа карго, видишь, какие-то доставки, что-то здесь можно хранить. Все, погнали. Я хочу хотя бы добежать, попытаться туда. Вроде как бы недалеко. Так, надо метку убрать и поставить сюда. Бля, может как-то мимо пробежать? Я, в принципе, могу, они особо на меня не агрятся. Так, пацаны, пробежимся, посмотрим. Гребаные зомби, бля, там еще человек 6 стоит, смотри. Во, целый ангар. Если они тут чинили машины, значит, заебись, мы что-нибудь найдем. Подстанция есть своя, до свидания. Да, есть тачки, есть тачки, есть тачки, отлично. Блядь, сколько тут зомби, ебаный сыр. О, ребята, что-то вас дохера. Что-то вас, блядь, дохуя здесь, а? Алло, тихо, блядь. Так, надо бежать. Откуда ты девать себя? Привет. Есть у нас пистолет? Фонарик, нахуй тебе тот фонарь, дебил. Есть пистолет, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мы сагрили походу всех, но это, наверное, лучший вариант был. Понимаешь, потому что их там очень много. Сзади никого? Сзади никого. Фух. Так, 36 в запасе, 12 в обойме. Я думаю, что с этими бедолагами можно уже расправиться так. А куда ты культяпы замать? Нифига мы тут, смотри. Братская могила, бля, а? Сколько их тут? Но там, видимо, что-то ценное. Так много зомбарей мы с тобой еще не видели. О, Патрики, хорошо, хорошо. Подлутаем, ребят. Чем бы и нет. По крайней мере, с этого можно либо патроны потом сделать, либо забрать уже готовые. Так, пошли посмотрим, что там у нас. Я вижу, уже фильтр валяется здесь. Длинный. Но это если мы захотим машину побольше, чем легковушка. Вот тогда в этом есть какой-то смысл. Слушай, а ее запустить нереально, да? Подстанцию. Высокое напряжение. Это, конечно, хорошо. Не, она просто, походу, декоративная. То есть ничего с ней нет. Что тут было вообще? Блин, там интересно. Тут огромный какой-то цех, что ли? Давай определимся с тем, на чем мы с тобой должны отсюда уехать. Это вообще... Это ездит. Ну, выглядит как-то напосредственно, конечно. Так, что тут еще? Вон такой же, смотри, джипчик. Вот это мне нравится, кстати. Но она какая-то уже жизнь повидавшая. Видишь, капот уже помятый. Уже, видимо, кого-то сбила. Ну что, выбираем машину себе. Давай вот это, наверное. Выглядит, по крайней мере, неплохо. Так, переместить все, что у нас есть. Будем тебя заправлять. У тебя не хватает только ремня вентилятора. Сейчас найдем. А так, в принципе, нормально. Вот хорошо, что я ничего в хранилище не положил. Потому что они взорвали мою машину, и я лишился бы тупо всех вещей. А этого не хотелось бы делать. Что тут? Что это? Что-то есть, но посмотреть нельзя, видишь?
просто лежит. Наверняка что-то полезное. Блять. Так, попробуем оббежать это. Так, короткий фильтр, карбюратор. А слить с тебя бензин нельзя, что ли? Так, тебя мы будем оживлять. Генератор. Нет, не то. Ремень вентилятора. У него вообще ремня вентилятора нет. Нахуй нужен этот ремень вентилятора? О, сливаем. Генератор, фильтр. Блин, неужели у вас никого нету ремня вентилятора? Вот ремень вентилятора. Ноль из одного, зашибись. Что-то кто-то, блядь, заортачился, слышу я. Сука, вот умудрилась, понимаешь? Во, ремень вентилятора тоже ноль. Да что ж такое-то, а? Либо надежда, что есть вот в этом здании оно. Радиатор нам не надо. Ну что, зайдем посмотрим, что там за пиздец творится внутри. Что-то там, походу, какая-то лютая хрень творится, не? Шоколадные хлопья. Бля, какой-то хаос. Просто какой-то непонятный хаос с этими вещами. Это по весу, древесина... Фляжка воды. Налобный фонарик давай. Ж пока найдешь, бля. Так, господа суетологи, что вы тут, бля, делаете? Канистры не взрываются, да? Идея провалилась. Маленькая фиаско у нас с тобой. Прикольно. Опа, это что? Какие-то детали. Сейчас зажигание. Кстати, смотри, водичка есть. No canteen. Понятно, конечно же. Большая, большие сосиски. Давай, бери. Что такое? Блять, большие сосиски надо взять. Он их не берет. Pick it up. Что за баги? Я не могу взять большие сосиски, понимаешь? Так, налобный фонарь. Сейчас мы сделаем. Так, попить может что-нибудь? Кто-то, блядь, идет. Давай сначала зачистим. Здрасте. Меткость! Наше все. Так, наверху еще что-то есть. Но большинство мы вроде с тобой завалили. Плюс машинка здесь. Кого-то ремонтировали, кого-то чинили. Так, с сосисками надо разбираться. Топор. Слушай, надо воды попить тоже. Все время забываю, что надо пить. Кто-то видит флягу? А, вот она. Ну вот. Другое дело, правильно? Теперь можно набрать. Вот, чистая вода. Они ж пили отсюда, правильно? Правильно. Вот, забрал, красава. Так, что у нас здесь? Ремень вентилятора. Кстати, бля, ремень вентилятора мы с тобой как раз искали. Что мы выбросим? Бин, давай юзнем. Что-то со здоровьем, конечно, всегда проблема. Это нормально. Все, что мне надо было, я вроде взял, и теперь могу вот так вот сделать, заполнить. Правда, не до конца, но, видишь, бенза не особо много, но с бензином как бы разобраться можно. Там была фляга, надо либо сливать, либо хрен его знает, что делать. А, итак, проверим, заводится, не заводится. Пожалуйста, 4 на 4, хорошая проходимость. Так, лайтс, наверное, выруби. А. Аккуратно, твою мать. Все, поехали отсюда. Вопрос, как бы в следующем, куда нам ехать дальше? Так, тут мы были. Ну, давай остановимся в полицейском участке, да? Это было бы вполне логично. Это только маленький-маленький-маленький кусочек карты. Видишь, какая здоровенская карта? Огромная, блядь. Просто огромная. О, это же курочка, привет! Извини, пожалуйста. Я знаю, что это жестоко, но... К сожалению... Ёпта, курица, что с тобой? Что это? Эй, цыпа! Цыпа, 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 цыпа! Цыпа, цыпа! Вернись! А где цыпа? Я взял? Мне дали ачивку, что я что-то взял. Что с курицей? Это что, ГМО какой-то или что? Хебать тарахтеть. Ни хрена тебя сконоебило-то. Я такие глюки видел когда-то лет 100 назад.
больше с таким не встречался. Это какая-то демоническая хрень, я поехал отсюда. Надеюсь, что мне хватит 700 метров доехать. Слушай, он прямо разгоняется нормально, да? Хорош, чувствуется прямо ща. Итак, привет, до свидания. Фу, смотри, какой город здоровый, а? Это уже полноценный городишко, это не какая-нибудь тебе какой-то поселочек маленький. Тут вполне нормально езде походить, что-то полутать. Полицейский участок вот слева, походу. Чтобы не привлекать лишнее внимание, правильно? Ебать, тарахти, хули вы оттуда выбежали-то, а? Ой-ой-ой, машина полицейская там стоит. Шутки шутками. Но полицейская тачка — это тема. Что-то вас много, уроды, блин. Хули ты присаживаешься, когда бьешь меня? Все. Фух. Так, по-моему, кто-то из них меня нехиленько так ранил. Сейчас заберем, опыта поднаберем. А, места нет. Сраного в инвентаре. 60% хпшки. Что-то маловато, я тебе скажу, как бы, да? Бинты есть. 90. Ну, 90 уже получше, да? Тут стоит полицейская машина. Это явно самый лучший трофей, который можно отсюда забрать, кроме оружия, которое тут может быть. Так, там еще пиздюков немерено. Но зайти надо. Зайти надо посмотреть, потому что... Не зря мы сюда приперлись, да? Блядь, топор какой-то ебанская, на самом деле. Тут тема такая, оружие. Хули, а чего? Алло? Что за тревоги-то? Стремный дядь. Так, ладно. Это, видимо, не на меня. Это просто... Просто оно загрелось. Падай, сука. 6%. Да, не сладко. Ой, у меня закончилось. 5. Да уйди ты нахуй. Так, чувствуется, дрелью здесь особо не поможешь ничем, да? Дробовичок есть. Ну что, батя в здание заходит. Посмотрим, что здесь. Пацаны что-то загрелись не слабо так. А здесь закрыто. Но они меня через стену дамажат. Блять. Что, ебанулось, что ли? Так, мне плохо. Надо валить отсюда. А что я могу себе... У меня бинты есть еще? Семьдесят пять. Я бинтов много делал. В этом-то и плюс. Готово. Слушай, ну там серьезно. Если там такая охрана, если там такой... Контингент обитает. Представляешь, что там внутри есть? Пугает, конечно, что некоторые из них из воздуха появляются. Ах, как завыли-то, блядь. В камерах тоже сидят? Камеры надо, видимо, открыть. Бля, стрёмно пройти тут. О-о-о. Как ты думаешь, оружие внизу или наверху? Дело. С кулаканы. Можно и с кулакана и бей. Че бы и нет-то, да? Пу-пу-пу, осторожно. Что-то там какая-то херня нездоровая. Thank you.
Фух, ладно. Самое обидное, что я не бросил спальню нигде. Так, они там выдолбали дверь. Твою мать. Охренеть, сколько тут коридоров-то, а? Оружие. Оружие, ты где? Гвозди мне нахер, мне гвозди-то, блядь. Батарейку я возьму. Консервный нож. Можно. Стальная дверь не откроется. Нужно, видимо, подавать энергию, чтобы это открылось. Ой-ой-ой. Так. Бля, если я его сейчас заведу. И они все выйдут отсюда. Я завел генератор. Мне жопа, короче. Удлинитель. Не, нету. А давай проверим. Если мы дали питание, то, в принципе, можно, видимо, и дверь открыть. Нет электричества. У меня какого-то удлинителя не хватает. Так, что у нас здесь? Понятно. Так, наверху дверь закрыта. Здесь все закрыто. А не все. Да, вряд ли у них тут удлинитель найдется. Хотя, пустая банка. Не, не надо. Рисовая крупа, коробка рисовой. Замечательно. Сюда нужно позже прийти. Вот когда мы сюда придем, вот эти все камеры откроются, вся зомбятина повылазит. Вот это жопа будет, блядь. Вот это будет веселуха. Слышишь, да? Я откуда? Я тут не было. Просто из воздуха. Некоторые зомби появляются из ниоткуда, это нормально. Удлинителя нету. Но дело движется к вечеру, вот это уже напрягает, конечно. Вот это уже беда. Но будем искать, это уже можно оставить потом на следующей серии. Я вот думаю, куда бы нам зайти с тобой? Что там? Раз мы уже здесь, давай пробежимся. Там до хера зомби, да хуя просто. Снэк, там могут быть снэки. А вот и бензин. Его можно было бы подзаправить в генератор в полицейском участке. Так, ладно. Что по карте? Медицина, кстати. Фармаси. Ну, там написано снэк. Хорошо. Фу. Так, где будем ждать? А что это такое? Первый раз такое вижу. Какие-то мотыльки, что ли, летают? Или там что-то полезное? Это просто гребаные светлячки. Я уже обрадовался, думал, что это такое. Слушай, там опять, смотри, дым. Тут дым, там дым. Имеет ли смысл туда отправляться, не знаю, но быть в движении, по-моему, идея неплохая была бы, да? До свидания. Пошли посмотрим. Так, если я там заеду, то, в принципе, нормально. Бля, лиса! Смотри, там лиса, по-моему, была. Что-то, мне кажется, не очень идея, да, сюда заезжать была. Тут ни хрена не видно. Палаточный городок. Мы прямо у воды, кстати. Нормально. О, я уже здесь костра... А, вот. Смотри, походу здесь. Если сюда зомби прибегут, будет жопа. Зато какая романтика, да? Машина здесь. Все, здесь тачку надо заглушить. Готово. Блин, не лучшее, конечно, место, чтобы с зомбятинами что-то тут делать. Кстати, батарейка. Батарейка у меня, по-моему, можно было включить.
Пока непонятно, как это дело меняется. Ну, типа, чтобы батарею поменять. Фух, романтик. Красота какая-то. Блин, у меня же был спальник, да, по-моему? Я мог бы сюда спальню бросить. О, да. Так, спальный... А, нет, надо крафтить. Растяжки. Доска, спальный мешок. Создать не могу, потому что не хватает кловсов, видимо. Ладно. Может, тут что-то есть. Кловс раз, кловс два. Так, на карте нам покажут, откуда будет нападение зомби. Так что можно посмотреть. Если я кидану сюда, то я бы здесь и начал бы. Спальный мешок. Ну? Почему нельзя здесь? А, типа надо где-то в доме. Серьезно, что ли? А если я не могу? Нету дома. Все, я без дома сегодня. Ладно, короче, давай сделаем тут, наверное, перерыв. А в следующей серии уже будем разбираться. Вроде как живы-здоровы, все нормально. Надеюсь, что эту волну зомби мы переживем. Вот такой вот у нас Survive the Nights. Уже третий или, по-моему, четвертый день мы выживаем. И вроде пока получается нормально. Фух, если понравилось, ставьте пальцы вверх, заходите в телеграм-канал, ссылочка в описании под видео. С вами был Брейн, всего хорошего, пока-пока.